Здравствуйте, привет всем, кто любит Азовское море. Сегодня далекое, берега в одиночестве грустят. Любим все мы море, а вот передать его частичку сложно. Многие пытаются это сделать, но максимально, натурально, искренне не в силах. Картинка всегда отличается от реальности. А места очень красивые вокруг, яркие, неповторимые. Свой мир волшебный, сказочные голоса, магическая красота, загадочное величие. Сказочка рядом, в двух шагах, с водички появляются домики, теремочки. Кто там появится? Просто чудо. Мостик, волшебный мир, без зависти и грусти. На берегу в объятиях пышной зелени шатер, шапито. Все притихло, застыло в ожидании чуда. Может, и много эмоций, но они переполняют, когда открываются взору такие восхитительно сказочные места. Так они появляются, проявляются сегодня, выплывают словно с какого-то неземного царства. Прокручивая пленку фильмоскопа, а слайды меняются, картинки такие, что невозможно отвести взгляд. Я всегда скучаю по морю, и мне иногда кажется, что оно живое. Сегодня море показалось таким, но не грустным и одиноким. Возле моря невозможно чувствовать себя одиноким. Морские волны уносят грусть и печаль далеко-далеко, бескрайние просторы. Вот такая сегодня у моря приятная встреча. Хорошего настроения, поменьше грустных ноток. И до встречи. С уважением, автор Такт.